Всех приветствую на прохождение игры под названием Мистер Выживальщик. Если честно, давно хотел в нее поиграть, но все как-то руки не доходили. Так что надеюсь, что мы запишем с вами много серий и попробуем пройти игру полностью. Должна быть интересная. Так что давайте приступать. Так, мы вернулись в ваше место проживания, гражданин. Ввиду попытки побега мы конфисковали ваш автомобиль. Это стандартная процедура. Разумеется, покупать новым вам запрещено. Агентство выражает надежду, что вы будете предпринимать дальнейшие попытки покинуть. Ага, Мэри Косвиль. Конечно, уверен, что полюблю этот городишко всем сердцем. Похвально, гражданин, сегодняшнего дня вы на испытательном сроке. Я буду регулярно приходить и проверять, нет ли в вашем доме следов бунтарской деятельности. Это стандартная процедура. Не сомневаюсь, что вы будете примерным гражданином, и мои визиты станут простой формальностью. Боже храни президента. Боже храни. Так, конечно, мы будем с вами бунтарями. Не зря же, как говорится, у нас здесь такое пространство, где мы будем с вами строить бункер. Где-то слева, наверное, построим ракету и улетим потом отсюда. Так, с чего мы начнем? А начнем мы с того, что мы... Пока я не забыл. Давай, пробеги сюда. Заберем вот этот плакат. Взять. Потому что через 7 дней придет вот этот проверяющий. И когда он это все увидит, может поставить нас в угол. Так, я даже не знаю, на каком расстоянии, чтобы вам было удобно смотреть. Вот это вот делать картинку. Так, что нам нужно дальше? Перед тем, как строить наш бункер, нужно будет спуститься к почтовому ящику. Заказать кое-какие предметы нам понадобятся. Так, пора закупиться. Да-да-да, ну. Так, нужно будет к тебе заказать доски и металл заказать. Для того, чтобы построить наш бункер изначальный. Так, теперь иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Давай заберем с тобой коробочку. Да, я же говорю, помню, немножечко поиграл в эту игрульку. Реально я построил бункер, высадил там растения и, в принципе, на этом все. И как-то все забросил. А теперь хочется нормально все пройти. Так, верстак. Верстак — лучший друг выживальщика. Да-да-да, вот это мы с вами знаем. Для того, чтобы нам сделать верстак с вами первого уровня, нужен будет металл. А мы металл как раз с вами заказали, дерево тоже. Так, все хорошо. Так, 40 секунд. Давай подождем. Давай посмотрим, что у нас пока место тут есть. Это у нас инвентарь. Вот это вот мы сможем с вами строиться здесь. Хорошо. Здесь у нас перемотка времени. Можем ускорить, чтобы не ждать долго. Посылочку. Так. Это наш с вами персонаж. Хорошо. Сюда, наверное, мы будем какие-то предметы с вами ложить в него. И чертежи для строительства. Окей. Так. Давай посмотрим. Забрать все. О, к нам как раз и письмо пришло. Отлично. Давай посмотрим. Читать. Так, дорогой сосед, вам нравятся цветы, травы, любые растения. Никак не можете завести друзей. Устали от городской жизни и унылых мужиков в костюмах, которые приходят к вам домой. Любите природу, если ваш ответ хоть на один вопрос, да. Я в этом уверен. А приходите днем в лес. Возможно, вы найдете там нового друга. Да, этим мы как раз сейчас и займемся. Но для этого нам сначала нужно будет с вами подбежать к верстаку. Разобрать вот эти вот штуки. Давай, 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 давай. Сделать верстак и сделать нам первую биту. Она нам понадобится. Именно конкретно в лесу. Так, давай еще разобрать. И тебя тоже разобрать. Все, отлично. По поводу плаката я не помню. Ткань нам дает, но... Тоже давай разберем плакат. Он нам, в принципе, не нужен. Так что давайте делаем верстак первого уровня, создаем.
Так, шикарно. Где наша бита? Вот, нужно сделать будет бейсбольную биту. Отлично. Да-да-да. Это мы знаем. Так, где наш парниша? Вот наш парниша. Давай в первый слот сюда. На буковку F достали, да? F убрали. Хорошо. Все, идем поспим. Немножечко. А с утра пойдем как раз в лес. Соберем как раз все материалы, которые там будут в лесу находиться. Так, спать. Соберем все материалы и как раз заодно будем строить бункер. Потому что нам нужно будет очень много стекла, металла для освещения. Ну и тому подобное. Так что, первый день прошел. Еще 7 у нас впереди. Сейчас нужно будет все лишнее пока месть выложить дома. Чтобы у нас лишний вес не занимало. Так, давай, подбеги-ка ты сюда. Сейчас в шкафчик сложим все, что нам не нужно. Такое, как письмо, план побега. Все, вроде пока месть ничего нет. Ага, вот еще есть раз, и вот еще есть два. Так, это наши денежки. Отлично, все, закрыли. Давайте понямаем. Давайте понямаем и пошлите в лес. Так, есть. Все, хорошо. Все, побежали в лес, ребят. На этом этапе я тороплюсь из-за того, что у нас с вами еды очень мало. А денег пока не взять нам нету. Ну, то есть, откуда они? Мы ничего не продать можем. Не построить, как говорится. Так, дерево пока мы брать не будем. Здесь мы в лесу можем пока у нас лето, я так понимаю, правильно? То летом сможем собирать ягоды, но пока мисс ягоды нам не нужны. Так, не нам нужна тропинка. Тропинка, вот эта вот тропинка. Побежали. Сейчас как раз найдем нашу травницу. Наша травница вроде, да, вот тут должна быть. Так, ускоренная перемотка. Хорошо, левый контрол. Так, и вот в эту сторону, да, вот находится рычаг, взять его. Это чтобы построить нашу, починить нашу канатную дорогу. Во, а вот и травница как раз. Бонжур, о. Ой, батюшки, я не пряталась, я просто ягодки собирала. Боб, это вы? Или вы в порядке? Саня, ты в порядке? Ну, здравствуй, лютик мой, а я знала, что ты придешь. Какой сильный и способный парнишка. Бабуся, ты на что намекаешь? Давненько меня не называли парнишкой. А вы? А где же мои манеры? Меня зовут Дженни. Это я тебе писала. Так, уж прости за всю эту конспирацию, но осторожность сейчас не лишняя. В это время я обычно здесь. Я травница, ко мне можно приходить со всем, что касается трав. А меня называют вызывальщиком. Рад познакомиться, мэм. О, прошу, зови меня просто Дженни. Позволь, перейду к делу. Мне бы не помешала твоя помощь. Видишь ли, у меня есть чудесная хижина в лесу, только я не могу туда попасть. Там все время бродит серый волк. Свирепый серый волк, да? Я уже все перепробовала. Он не купился даже на вкуснейшую сосиску с ядовитыми травами. Ты не мог бы от него избавиться? Волк в хижине и в лесу? А корзинка и красная шапочка мне не понадобится. Тебе очень пойдет светло-красный. Но я не из полиции моды. Просто помоги мне. Хорошо. Взамен ты можешь забрать из моей хижины любые материалы. Я все равно собираюсь обновить ассортимент. А как только я вернусь в хижину, мы сможем поторговать. Договорились? Договорились, я с этим разберусь. Так, хорошо. Что нужно? Сейчас нужно будет с вами вернуться вот сюда. Вот сюда вернуться. Да, доходил до момента, я же говорю, доходил до момента, как я помогал этой бабусе. Так, давай мы тебя осмотрим. Открыть. Так, взять все. Это нам пригодится.
Не помню, есть ли где-то тут еще, по-моему, пара штучек таких должна быть. Если не ошибаюсь. Так, давай посмотрим, давай посмотрим, давай посмотрим. Мне нету. Тогда беги вот сюда. Сейчас мы починим с вами канатную дорогу. Вот это вот. Починить. Нам нужна будет ручка, вот эту, которую мы с вами нашли. Где она, да, вот сюда. Рычаг. Все. Починка, отправимся. Сейчас разберемся с волками. Как раз нам мясо дадут. И мы с вами сможем залутать еще пару таких этих вагончиков. У нас будет материал как раз для постройки нашего с вами бункера. Так. Взять. Давай занямаем. Съесть все. Так, читать. Так, все, что может предложить дикая природа. Мерикосвиля. У нас можно приобрести мясо самых с разных животных. Хорошо. Договорились. О, охотница, отлично. Новый домик открытый. Так. Побежали, значит, вот сюда. Надеюсь, нам с вами хватит этого, как и выносливости, чтобы тут сознание не потеряли. Так, берем в руки биту. И погоди, погоди, погоди. Куда тут дальше идти? Где-то тут. Ага, вот. Вот сюда. Злой и страшный серый волк у нас тут находится. Все, отлично. Так, давай мы тебя откроем. Взять все. Шикарно. Там и металл, и все, находится то, что нам нужно. Так. Открыть, но, по-моему, у нас не получится сразу, потому что сейчас волк нападет. Во-во-во, страшно вырубай, ребят. Атака кьюрешка, да-да-да, вот это я знаю. Хорошо, минус один. Давай, ребят, по одному. Все, и самый главный босс. А вот и злой и страшный серый волк, который в поросятах знает толк. Ах ты, собака. Собака дыка. Все, есть, шикарно. Шикарно, шикарно, шикарно. С этим мы справились. Вот это вот мы тоже забираем. Нам нужно будет тоже чинить канатную дорогу. Это нам пригодится. Потом нужно будет просто оббегать весь лес. Обегать весь лес. Как раз посмотреть, что мы с вами упускаем. Так, осмотреть, что это. Садовый инструмент, но наверняка и убить можно. Спросить нельзя, забрать нельзя. Ладно, давай заходим в домик. Сейчас мы с вами позабираем все, что нам может понадобиться. Ага, вот, взять семена, взять семена. Отлично, открыть. Взять все. Хорошо. Сейчас полностью все позабираем и пойдем домой. Нужно будет лечь баньки. Потому что сверху зелененьким, видите, это наша выносливость. И когда он потеряет сознание, а он тут теряет сознание от усталости, то, по-моему, все с инвентаря пропадает. Вот это точно я не уверен, как говорится. Врать не буду. Так, вроде все, да, пособирали. Я вот вожу тут. Осмотреть кроватку. Ага. Кроватка, кроватка, хорошо. Так, охотничьи трофеи. Может, травница не так уже и проста. Наверное, так, ладно. Все, побежали домой. Мы с вами справились, мы с вами молодцы. Сейчас будем приступать к строительству нашего бункера. Так, привет. Привет, Маргариточка. Злой страстный серый волк повержен. Мы с Бобом очень тебе благодарны. Надеюсь, ты не поранился. Прошу, хватит меня. А черт с ним, ни за что. И да, я в порядке. Во, домик травницы у нас есть, шикарно. Хорошо. Если будет типа проблемы, заходи на пару палочек чая ко мне.
Ага, и нужно будет бабусечке принести грибы из шахты. Во. И в этой шахте мы тоже будем с вами что-то добывать, только я не помню что. Так, давайте прячем биту и побежали домой. Только параллельно давайте проведем вот так мышкой и посмотрим, ничего ли мы не забыли с вами. Вроде бы нет. Только давай соберем ягодки, нам понадобится. Все, побежали домой. Сразу сейчас все. Ага, интересно, я смогу тебя взять, либо не смогу? Могу, отлично. Так, нужно домой, ребятки. Так, шикарно, шикарно. Идемте отдыхать. Так, вздремнуть. Сейчас отдохнем, наберемся сил. И будем как раз приступать к строительству. Потому что нам все равно этой энергии не хватит на постройку нашего бункера. Оно будет все тратиться. Так, шикарно. Просыпайся, заходим в инвентарь. Нямаем с вами все фрукты. Это что у нас? Это тунец. Хорошо. Давай, побежали, тунец положим. Ага, и сухпайок. Простая пища в трудной ситуации. Хорошо. Давай, наверное, пока мы тебя положим в холодильник. Но будем знать, что у нас здесь все есть. И давайте смотреть. Так. Есть. Осмотреть. Не то. Открыть. Взять все. Взять все. По поводу печки, плита. Ага. Здесь мы сможем с вами готовить что-то. Отлично, что мы с вами будем готовить. Стейк. Мясо у нас было. Мясо, по-моему, из волков должно было мясо выпасть. Ну ладно, если что, будем знать. Так, черничный смузи. Угу. Давайте с заготовкой мы потом с вами тоже разберемся. Здесь мы все забрали, да? Так, давай вот туда, вот сюда. Взять все, хорошо, осмотреть. Взять все, осмотреть. Так, хорошо. Так, мы здесь сразу выключаем эту лампочку. И, наверное, выключим вот эту вот лампочку. Все, отлично. Давай тогда строим наш первый бункер. Во. Единственное, что я не знаю, то, что я, к примеру, не разбирался, это здесь есть, это как его деревья. Ну, то есть можно будет выращивать деревья. И в какую сторону мне нужно будет это все сделать? Давайте, наверное, мы поспим, да? Чтобы было все видно, чтобы мне ночью это строить. И для деревьев нужно будет делать, по-моему, 2 на 2 кубики высотой. И плюс освещение должно будет хорошее быть. Ну, наверное, я забегаю вперед. По поводу деревьев. Сейчас посмотрим. Просто здесь, если ты построил уже, к примеру, себе, ну, так скажем, вот это вот такое деление, то все, в принципе, его разобрать уже не получится никаким образом. Видите, можно только будет дальше вести. А нам для деревьев, по-моему, надо будет вот такой высоты. Уп. Так, ладно. Пока месяц там мы не трогать не будем. Давай, беги сюда. Что нам нужно? Нам нужно будет сразу с вами сделать лампы. Ламп нам нужно будет много. Давай сразу 10 штучек создадим. Потому что чем больше освещения, ну, чем лучше освещение и больше его, тем будет быстрее расти наш огород с вами. Так, я вижу, мы нямать хотим. Хорошо. Сейчас мы закончим, понямаем.
Да, это, конечно, не быстро все происходит. Но мы, в принципе, никуда не спешим, правильно, с вами? Так, давай нямать, быстрей. Так, съесть. И давай морковкой запустим всем. Опа, все, отлично, побежали дальше строить. Все, создать лампочку. А, переносимый вес, да, говоришь у меня? Переносимый вес, хорошо. Давай тогда мы подойдем вот сюда, выложим что-то. Что мы можем выложить? Так, давай, наверное, мы тебя выложим вот так вот. Теперь создадим лестницу. А лестницу не можем, нам металл нужен. А у нас, по-моему, был где-то металл. Или не было? Так, металл, ну вот есть, да. А мне три металла нужно. Ага. Можно, конечно, брать и посуду из дома, но когда, я же говорю, придет проверяющий, когда придет проверяющий, то он когда заметит, то будет нам первое предупреждение, и как бы не хочется сильно с ним это самое ссориться. Так, продать, давай почву, наверное, продадим на 10 баксов, да? Торговать, отлично, и купим у тебя металла. На 20 баксов, хорошо, торговать. По поводу дерева мы сможем с вами в лесу его найти. Так, сейчас немножечко подождем эти 140 секунд. Хотя давай, наверное, пойдем мы с тобой вздремнем немножко, и время как раз заодно пройдет. Я же говорю, дерево мы сможем с вами в лесу найти, а вот с металлом пока месь такое себе. Так, отлично. Взять все. Ага, вес. Хорошо. Нужно будет выложить что-то. Давай тебя выложим. Не, металл мне понадобится. Стекло пока весь мне не надо. Все, иди сюда. Дай забрать. Взять все. Тоже не могу забрать. А почему? Понял. Давай смотреть. Так, что это? Шкура волка мне не надо. Перо пока мест тоже. Потом это все расформируем, ребятки, с вами. Так, 5 литров воды тоже. 75, все. Вроде нормально. Вроде все помещаться должно. Да, отлично. Так, хорошо. Лестница сейчас у нас будет. Так, мы эту штуку с вами разбираем. И эти три штучки тоже мы разбираем. Я же говорю, опять же, у нас вот есть, они стоят здесь на кухне, видите, да? Но их трогать нельзя. Так, мне нужно будет создать две лестницы сразу. Они... Ага. Понял. Значит, выходить нельзя, когда строишь. Хорошо. Значит, не будем выходить. Подождем. Все, шикарно, две лестницы есть, отлично. Теперь давайте берем лестницу с вами и ставим ее осью, все, наверное, вот сюда. Давай, мистер выживальщик, отлично, есть. Теперь нам нужна будет лампочка с вами. Сделаем пока вот так. Установим ее, отлично. Теперь нажимаем вот сюда. Нажимаем изменить, и давайте, наверное, во, для красивого какой, да? Или такое будет? Не. Давайте пусть будет красивое. Мы будем с вами стремиться, как говорится. Стремиться к лучшему. Во, к свободе. Так, что теперь нужно? Нам нужно будет забрать с вами верстак. Он нам здесь не нужен будет. И поставить его вот сюда куда-то. Здесь у нас будет с вами верстачок. Ну, подойди сюда, пожалуйста. Без тебя же установить не смогу его. Так, давай. Почему ты... Отойди. А почему ты не становишься? Только не решу из-за лампочки. А, не, во, все. Отлично. Есть. Теперь мы с вами
наш план побега сюда вешаем. Во. Да, кстати, если вы нажмете вот на лампочку, то вы можете менять себе цвет, такой, какой вам нужен. Ну, пусть пока, я думаю, будет стандартный. Так, все, отлично. Теперь пора смотреть на наш план побега. Давайте посмотрим. Задача номер один — выжить. Задача номер два — сбежать. Посадить в бункеры растения. Да-да-да, это я знаю, это понятно. Мне нужен источник пищи, пора создать подземную плантацию. Агенту это не понравится. Чтобы сделать самую простую подземную ферму, он понадобится, да, мне нужно будет почва, верстак и семена. Но это у нас все с вами есть. Сейчас поспим, понямаем. Так, погоди, я могу создать тут шкафчик себе? Что мне не хватает? Древесины, да, не хватает? Блин, надо сюда какой-то один шкафчик поставить, чтобы у нас с вами здесь был. Так, давай, наверное, мы с вами... Что у нас тут лишнее? Делаем вот так. Так, простая приманка, хорошо. Лестницу тоже пока месь. О, отлично, давайте, наверное, попробуем забегать в лес, взять дерево. И создать ящик. Здесь, по-моему, где-то рядышком должно быть дерево. Как раз соберем сейчас с вами ягоды. Взять и попробуем создать с вами смузи. Я знаю, что вы ничего не видите, я тоже ничего не вижу, но... Ага, слишком тяжело. Ладно, побежали домой. Побежали домой. Вот мы и дома. Так, спускаемся. Разбираем. У нас как раз будет с вами 5 дерева. Да-да-да, ты хочешь спадки, я знаю. Сейчас, буквально пару секунд. Камчик. Ага, 5 из 8. Ладно, пошли спать. Просто, чтобы сразу у нас с вами был шкафчик готовый, и мы могли туда все складывать. Так, 3 дня прошло. 5 дней осталось до проверки. Главное, когда будет проверка, не забудь накрыть наш люк этим ковром. Чтобы инспектор гаджет нас не спалил. Так, отлично, идем понямаем, вроде у нас совпаёк еще там был. Сходим добудем еще древесины. Так, где тут совпаёк? Отлично, панку тунца, отлично. Так, беги сюда. Давай сложим с тобой дерево вот сюда. Дай посмотреть, у тебя есть ли металл? Да, есть, хорошо. Минус 12, торговать, отлично. И побежали пока мясь в лес. По поводу смузи, я не уверен, сколько он там чего восстанавливает. Надо будет потом проверить. Так, взять. Есть, отлично. И давай еще посмотрим. Так, это взять. Тоже хорошо. Взять. Не, не могу. Слишком тяжело. А смузи могу взять? Могу, отлично. Так, домой. Пятьдесят секунд, хорошо. Иди сюда, забирай дерево. Так, металл, древесина, отлично, есть. Металл есть. Спусти сюда. Разобрать. Во, можем поставить себе шкафчик. Вот сейчас как раз сюда его и влепим. И будет все хорошо. Во, отлично. Так, ну. Становись. Шикарно. Так, ящик есть. Давай сразу вот тут все заберем, посмотрим. Так, взять все, хорошо. Здесь у нас пусто, да? Ага, ну все, тогда складываем сюда сейчас воду. Так, давай
воду. Это мы с тобой занимаем полностью все. И все лишнее. Древесина. Пока мы все берем сюда. Потому что сейчас мы будем строить с вами еще один бункер. И у нас древесина будет... Четверть земля будет заполняться в инвентаре. Так, письмо пока месть нам не надо, лампочка надо, перо не надо, шкура волка не надо. И эта штука тоже пока месть мы с вами ничего не чинить не будем. Так, все. Давайте смотреть. Нажимаем на домик. Давай, наверное, в эту сторону мы с вами будем расширяться вправо, да, пойдем? Слева мы это место оставим вам с вами под ракету. А пока месть пойдем сюда вправо. Угу, я спать захочу сейчас, да? Ладно, идем поспим. Идем поспим, потому что если не поспим, то не сможем построить. Так, давай до полного дойдем. Все, отлично. Побежал. Побежал и давай строить. Ну. Хорошо, давай заново. Давай заново. Все, пошло. Как раз с помощью этой почвы мы сейчас с вами и сделаем для себя такие грядки. И нужно будет как минимум, не знаю, эти, как его, лампочек 8, наверное, на такое вот пространство, как мы строим. Так, давай дальше разбираться, давай смотреть, насколько мы сможем с вами еще углубиться. Мне бы по-хорошему сделать бы вот такое вот строение для этого, как его, для нашего садика. Но... Тоже пока не уверен. Так что давай, наверное, мы с вами, знаешь, как делаем. Посмотрим, насколько максимально мы сможем с вами. Ага, мне лестница нужна. Так, лестница, лестница. Вот ты лестница. Вот, давай сюда. Ну, строить. Ну, давай, пошел, пошел, пошел. Ладно, ладно, давай все заново начнем. Привереда ты наш. Так, поехали. Да, я знаю, вы ничего не видите, так же самое, как я ничего не вижу. Но пока месяц освещения мы с вами ставить не будем. Сейчас здесь построим, повесим пару лампочек. Выгрузим как раз нашу землю, чтобы она нам не мешала. Так, нам нужно поспать. Хорошо, побежали. Побежали спать. Шикарно. Ну? Так, хорошо, давай спускайся сюда, мне нужна будет почва, вот грядки, по-моему 5 штучек изначально. Да, по-моему 5 штучек нужно будет создать. А потом посмотрим, может и расширимся. Сейчас мы понямаем. Да-да-да, я вижу, что ты кушать хочешь, не кричи на меня. Вижу, вижу, что хочешь кушать. Блин, мало всего осталось. Мало восстанавливает. Есть, хорошо. Все, отлично. Давай спускайся вот сюда. Берем с вами в руки лампочку. Давай, наверное, одну сюда повесим, чтобы хоть что-то видно было. А остальные 8 штучек давай вот сюда вешать. Давай быстрее. Все, отлично.
А могу ли я дальше здесь строить? Ага, один кубик остался, да? Здесь один кубик и больше не могу. Вниз не могу, да, тебя делать? Ага. Возможно, мы здесь с вами сделаем переход. Давай, наверное, мы тебя построим. Нас. Возможно, мы сюда лестницу вниз будем спускать и будем строиться сейчас справа налево. Так, ладно. Все, у нас есть с вами грядки. Где ты? Где грядка? Вот ты, 5 штучек. Так, давай. Раз. Два. Еще пару штучек. Все, отлично. Давай туда сюда семена. Какие у нас с вами семена? Что мы хотим посадить? Свекла. Апельсиновые семена. О, вот у меня апельсиновое дерево есть. Хочу его посадить. Так, давай, наверное, капусту посадим, да? Капуста, как говорится, всему голова. Так, капуста. Где моя капуста? Вот моя капуста. Давай капусту садить. Нужно бы, наверное, еще грядку сделать, да? Потому что 5 штучек, что-то, я думаю, нам маловасенько будет с вами. Так, иди сюда. Их-то кто? Кукуруза. Свекольная. Вот, свекла посадить. Все, отлично. Так, нужна вода и свет. Можно взять в раковине воду. Да-да-да, я знаю. Это я знаю. У нас вода находится конкретно вот тут. Сейчас мы с вами ее заберем. О, 5 штучек есть. Отлично. И побежали поливать. Сейчас освещение мы еще с вами добавим. Сейчас мы полим сначала. Все, отлично. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Так, теперь берем в руки лампочку и смотрим. То есть, видишь, чем больше света, чем больше лампочек, тем лучше оно растет. Отлично. Так, давай тебя теперь вот сюда. Надеюсь, на всех хватит. Нужно будет потом сделать более-менее нормальное освещение большими лампами. Но надеюсь, это даст нам возможность играть сделать. Все, отлично, да? Ага, у меня пробки выбило. Да-да-да, нужно будет кое-что отключить сейчас. Да-да-да, счетчик электроэнергии, это я помню. Нужно будет сейчас подключать свет в доме. Сейчас, секунду, я уже закончу. Давай вот сюда. Угу. Хорошо, давай отключать, выключить. Здесь есть, отлично. Давай здесь тебя... Не, давай на кухне выключим. Выключить, все, отлично. Спустись вниз, пожалуйста. Дай мне довешать одну лампочку. Все. Шикарно. С этим мы вроде разобрались. Вроде растет даже хорошо. Так, пусть пока мисс растет. Давай посмотрим, что у нас здесь есть. Так, вроде мы... Как же мне сбежать? На машине, на самолете, на ракете? Не, бред какой-то. Так, вдохновение. Придумать план побега. Короче, по идее, если не ошибаюсь, мне должно будет прийти письмо. Должно будет прийти письмо, вроде бы... И на этом письме должна быть ракета. Я должен туда буду ставить эту листовку. Так, а ты кто? Привет, мадам. Ты кто? Сейчас я заберу металл. Взять все. А вы кто, мадам? Так, одолжите мне немного муки. А у меня муки вроде нету. У меня нету муки.
Так, взять все, хорошо. Мадам, а у меня муки нету. А где я могу муку взять, купить? Так, кто ты? Пакет кофе, сахар. А у меня тут даже здесь муки нету, да? Капустная семенная. Не, сори, подруга, но такого у меня вроде нету. Я бы с радостью тебя одолжил бы. Но нету. Так, давай смотреть. Давай спустимся вниз. Все, уходи. Уходи сюда, киш. Заходим в инвентарь. Нажимаем на письмо. Читать. Так, протокол инспекции граждан. То есть. Ага. В общем, вот эту вот штуку нельзя все трогать. Ну, так как я говорил, инвентарь в доме нельзя трогать, вообще разбирать. Так что мы не будем это делать. Дальше, что у нас здесь находится? Уважаемый мистер Выживальщик, вы меня не знаете, но я знаю вас. Вы очень интересный человек, мистер Выживальщик. В наши дни таких днем с огнем не сыскать. Знаю, что ваше небольшое путешествие обернулось неудачей. Очень жаль, но если позволите, мне бы хотелось посоветовать вам играть по-крупному. Не ограничивайтесь землей. Предлагаю письмо кое-что полезное. На первый взгляд это может показаться безумием, но я знаю, что вы выживальщик, справитесь. Не беспокойтесь, я сохраню ваш секрет. Окей. И вот тут эта вот штука, ребят. Так, интересно, я не знаю этого парня, но вдруг он пригодится. Может, у него есть другие любопытные вещи. Вот, заходим сюда, берем в руки вот ракетку и спланировать. В нашем плане появится ракета. Бум. Камень 50, металл 20, стекло 10. Так, горизонтальный план. Стекло 10, металл 20, камень 50. Ага, с этим мы с вами еще разберемся, конечно. Так, давай, наверное, мы... Угу, чтоб тебя сложить бы такого лишнего. Не, давай, наверное, мы почву пойдем продадим. Она нам пока мест не нужна, я думаю, правильно? Раз, два, три. Ну да, пусть пока растет. Пусть пока растет почва, нам пока мест не нужна будет. Так, давай наберем водички. Потом продадим сейчас почву. Кому мы тут почву продавали? По-моему, тебе, да, если я не ошибаюсь. Все, 10 почвы торговать. Есть, продано. Хорошо, отлично. Можно пойти как раз и поспать. Пока здесь мы поспим. Не, хотят, погоди, давай, наверное, мы... А если у нас есть с вами силы, сделаем все красиво. Хочу, чтобы внешний вид был красивый здесь. Давай. Изменить. Во, вот такой, да? Потом, когда будет лучшее освещение, да, отлично. Будет круче выглядеть. Давай ты сюда тоже. О, шикарно. Все, вроде начинает что-то, да? Смотреться. Так, здесь у нас будет реально переход вниз. Но для начала нужно будет вздремнуть. Хотя нет, давай спать. Давай полностью спать. До следующего дня. Потом нужно будет сейчас сходить в лес, поставить приманку. Не помню, по-моему, мы будем либо на кроликов охотиться, либо еще на каких-то там грызунов. Это я не помню. Для того, чтобы у нас была возможность с вами готовить, кушать. Потому что консервы-то заканчиваются, а на одних ягодах мы с вами сильно не проживем. Так, где наша приманка? Где-то тут должна быть... Так, давай, наверное, пока выложим письма тоже. Я не знаю, почему письма я не могу удалить. Куда их девать? Ага, мне письмо какое-то пришло. Хорошо.
Так, письмо. А где же... А, вот оно. Вот эта штука. Где-то здесь должна быть приманка. Вот, простая ловушка. Древесина, да? Мне дерева не хватает. А мне здесь есть дерево? Древесина есть, отлично. Так, окей, создать. Отлично, побежали. Сейчас заберем денежку, пойдем в лес, поставим ловушку. Ну давай быстрее чуть. Плюс как раз еще, опа, взять, отлично. И продадим еще немножко ему почвы. Все, шикарно. Торговать. Будем немножко денежки зарабатывать с вами. Так, побежали в лес. Шахту, наверное, мы пойдем с вами в следующей уже серии. Так. Где наша приманка? А я создал приманку, коробку? Да, вот она. Только куда ее ставить? Кто мне скажет? Давай попробуем поставить ее, наверное, сюда, да? Опа. Все, отлично. Взять. Потом нужно будет не забыть проверить это все. Шикарно. Взять. Так, а пойдем попробуем. А, не-не-не, назад. Вот еще. Дай посмотри, сколько 6 штучек там надо, там, по-моему, было для смузи. Как раз посмотрим, сколько оно будет у нас восстанавливать здоровье. Будет ли оно вообще восстанавливать здоровье. Отлично. Давай тебя тоже возьмем. Так, давай тебя открыть. Пусто. Блин, а вот же ягодки здесь находятся. Ага, взять не могу. Ладушки. Так, где были у бабушки, что или кашку, да? Так, давай, наверное, еще две штучки соберем. О, взять. Шикарно. Все, побежали домой. Побежали мы домой с тобой. А где наш дом? А наш дом где-то должен быть вот тут. Домой. Все. Ладно, чтобы сейчас нам не понадобилось. Ты кто? Ты денежка, да, по-моему, да, моя? О, отлично, у нас уже 20 монет с вами. Предлагаю продать еще почву, она в принципе... А нет, это что, это я древесину, да, продаю? Почва, тебе не нужна больше, да, почва? Понял. Не понадобится ли нам с вами стекло? По-моему, нет, да? Давай смотреть. Так, и давай одну штучку мы... Они плохо восстанавливают. Тогда давай положим тебя в холодильник. Ты нам пригодишься. Давай вот сюда. Спустимся. О, ля, растет. Хорошо. Только нужно будет полить, да. Ты бежишь? Нужно будет полить сейчас тебя. А, даже собрать можно. А у меня есть водичка? А, вот тебе полить надо было водичкой. А сюда? Так, единственное, я так и не понял, собираем ли мы с вами этот, как его, урожай. Ну, то есть, семена ли мы собираем с вами, либо нет. Так, у меня есть стекло. Хорошо, дай мне еще одну лампочку. Лампочка. Вот и лампочка создать. Давай, наверное, еще одну создадим. Понял, сильно много веса. Хорошо, иди-ка ты сюда.
Давай тебя тоже здесь сделаем. Вот так поставим. Не, сначала лампочку, потом все остальное. Шикарно, шикарно. Пусть будет просто белое. Сделаем вот так вот. Все, теперь мне нужно что? Мне нужен металл. Древесина. И сделать еще один шкафчик. Так, секундочку. Мы капусту сейчас с вами уберем в холодильник. Хорошо. Теперь спускайся сюда. Угу. Давай вот сюда. Разобрать. Нужно будет сделать еще один шкаф чисто для семян. И поставить его там с правой стороны, где у нас отдельная комнатка. Вот такой вот шкафчик создаем. Отлично. Так. Закройся, пожалуйста. Теперь давай сюда тебя поставим, да? Да, отлично. Давай мы сейчас сюда. Мне нужно отдохнуть. Ага, так понял, только сознание не теряй. Только не теряй, пожалуйста, сознание. Все, давай беги сюда. Так, да, я сложу сюда сейчас семена. Давай одни, вторые, третьи, да, вот все сюда поскладываем. Чтобы когда мы с вами будем собирать урожай, чтобы я видел, сколько мы с вами всего собрали. Так, капуста. Ага, семян нету, а здесь? Угу. Семян нету, ребят, да? А вот это уже плоховасенько. Так, письмо от незнакомца. Давай, наверное, мы с тобой... Не знаю, нужно ли удалять его, либо не нужно удалять это вот письмо от незнакомцев. Вот это просто не хотелось бы, чтобы попасть потом в просак, так сказать. Так, что у нас с тобой есть? Кукурузные семена. Морковные семена. Морковку дай сюда. Семена огурца... Давай сюда посадим. Давай. Ага, мне теплица нужна будет, да? Отлично, понял. Нужно будет строить теплицу. Но так как мы с вами земли продали, нужно будет закупить семян еще. Чтобы наладить с вами еду. Потому что мы так не выживем. Так, отлично. Давай сюда. Положим все лишнее. Хорошо, закрыть. Сбегаем, наберем водички. Польем наш огород и пойдем басечки. Пойдем басечки. Главное сейчас положить все в холодильник. Так, отлично. Отлично, отлично. Давай сразу, наверное, сходим наберем. Спустимся вот сюда. Не стоять. Давай еще семена заберем. Есть ли тут семена? Да, есть семена. Отлично. И конверт тоже заберем. Отлично. Все, беги сюда. Так, семена дай сюда. Конверт тоже дай сюда. Что еще можем убрать? Ага, ничего. Во. С водичкой, да? Сюда. Так, а можем ли мы еще набрать? Ага, нам нужно поспать. Спать, хорошо, хорошо. Идем спать. Так, и там письмо какое-то. Нам пришло. Так, 2 дня до проверки. Два дня осталось до проверки, нужно сейчас будет сбегать в лес, посмотреть по поводу приманки, если там что-то у нас, либо нету. Так, бонжур. Идем
холодильничку. Давай, наверное, смузи съедим. И выпьем вот эту вот всю штуку, чтобы не тратить наши запасы. Отлично. Так. Капуста. Иди сюда. Хорошо. Давай посмотрим, что нам тут пришло. Письмо. Ага, хорошо. Мы его прочитаем. Только давай сначала сбегаем в лес, посмотрим на приманку. Сработала ли она? Опа. Попалось. Что-то попалось. Отлично, что нам попалось. Только не режешь, просто перья. Перо птицы. Это все? А как же нямать? Как же нямать? Либо я что-то пускаю. Или что-то непонятно. Хорошо, ладно, да давай, давай собирать ягоды. Нужно будет, наверное, сейчас... Пока у нас есть возможность насобирать ягод. А почему я не ягоды не могу собрать? Да, я, наверное, без записи пособираю все вот эти вот ягодки. Кучу всего. Нужно будет наделать смузи. Потому что если здесь есть времена года, они, по-моему, здесь есть, то нам потом с вами туго придется, конечно. Блин, вот это вот перо одно в приманке такое себе. Возможно, здесь нужно поставить, где тут зайчики бегают. Найти полянку, к примеру, где-то вот такую, да, где тут бегают зайки. Но олень явно не попадется в коробку. Хоть он и олень, но... Ну да. Это, как говорится, не Левин. Он не попадется в коробку. Так, шикарно. Ладно, побежали домой. Дом. Так, а тебе земля мне не нужна? Продать почву? Можно, да, почву продать? Будет хорошо как. У нас с вами уже 30 монеток есть. Ну не шикарно ли? Шикарно, я думаю. Так, растет. Давай посмотрим по поводу... Что мы можем с тобой приготовить. Так, морковный суп. Морковка, вода. Есть ли у нас морковка с вами? Есть. А если у нас вода... Почему не готово? Это что такое? Не то. Ладно, пойдем канистру с водой заберем. Попробуем приготовить морковный суп с вами. Так, отлично. Морковный суп. Ага, 5 морковочек, да, у нас. Окей, ну, в принципе, еда у нас пока мы с вами будет, да? А что мы еще можем приготовить? Так, овощной суп. Капуста, морковь, свеколь. Так, свекла. А есть ли у нас свекла? Вроде где-то была. 3 штучки есть, хорошо. Свекольный суп. Отлично. Так, давай сюда. Не готово. Ну и ладушки. Что тут по поводу водички? Нужно ли тебя поливать? Полить надо? Надо. И тебя надо, да? Ага, мне нужна водичка. Давай посмотрим.
Не готово. Почему не готово? А, по-моему, пока весь носик у нас тут не заполнится синеньким, то водички у нас с вами не будет. Но, в принципе, нам должно хватить этого всего. Так, а ну подбеги сюда. Блин, а что она пропадает? А? Скажите, пожалуйста. Ладно, в принципе, пока весь нормально. Так, что у вас тут в инвентаре лишнее? Ага, смузи. Пошли смузи делать. 3 штуки даже можем. Ну не шикарно ли? Я думаю, шикарно. Все, можно сложить это в холодильничек, пока весь. Ага. Это мы не трогаем, это мы не трогаем. Так, ну в принципе жизнь налаживается. Я думаю, в принципе на это можно... Ага. Письмо, да, нам еще одно пришло. Можно будет заканчивать. Сейчас мы письмо с вами прочитаем, которое нам пришло. И в принципе, я думаю, на сегодня мы справились. Так. Уважаемый мистер Выживальчик, надеюсь, мои письма заставят вас... В добром здравии. Вам понравился мой последний подарок? Я бы хотел прожить вам обмен. Иногда я буду высылать вам письма или посылки с полезной информацией или товарами. Поверьте, у меня есть доступ к весьма любопытным вещам, но кое-что мне достать трудно. И тут, думаю, мне поможете вы, жевальщик. Вы можете обмениваться со мной, как если бы торговали на рынке. Уверен, вы разберетесь. Предлагаю закрепить наше знакомство моим горячо любимым лакомством. Баночкой черничного варенья. Искренне ваш. Так. Ага. А что нужно ему? Черника, сахар, стекло. Он хочет... Чтобы ему варенье, да? Сахар, стекло. Если у нас стекло. Ладно, давайте, наверное, мы с вами по поводу этого всего разберемся уже в следующей серии. Так что все, ребят, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Будем продолжать, будем развиваться и будем, как говорится, выживать. В следующей серии мы уже начнем с вами с варенья. Попробуем отослать ему. А сейчас мы идем с падки. Сейчас мы идем с вами в спадки, идем отдыхать. Так что все, всем мур-мур, пока-пока. И до потом, ребят.